мен абди бегот. Так, починаємо. Добрий вечір, шановні колеги. Дозвольте насамперед привітати всіх з початком Єврокубкового сезону Ліга Чемпіонів. І починаємо регламентні медійні заходи. Прес-конференція Київського «Динамо». Головний тренер команди Мірча Луческу, капітан команди Сергій Сидорчук і асистент головного тренера Еміл Карас буде допомагати спілкуватися. Ви вже знаєте, що наші медійні заходи, а тим більше такого гатунку, транслюються на сторінці «Динамо Київ» в Ютубі. Це значить, що всі ваші запитання ви будете ставити, будь ласка, в мікрофон, який в руках у Богдана Булиги. І ще одне. Ми зазвичай працюємо з гравцем. Потім він іде готуватися до тренування, а потім уже ваші запитання до головного тренера. Добре? Тому, будь ласка, перше запитання. Сергій Сидорчук, готовий відповісти. Я перепрошую. Так. А є тут іноземні журналісти. Ми так нібито подивилися і нема. Да, от я вже кі журналіста зі Штрасбурга. Грація. Прошу. Ви брали участь у поєдинку з Бенфікою у 2016 році. Що можете пригадати взагалі про той матч, враховуючи завтрашній поєдинок, які у вас взагалі емоції, враження і які перечуття перед завтрашнім матчем? Чесно, не пам'ятаю вже. Ну, пам'ятаю, що ми грали з ними в групі. Помню некоторых футболистов, Питти, по-моему, играл тогда, он и сейчас остался. Помню, что не забили пенальти мы там на выезде. Вот это все единственное, что помню. А так, то, что касается команды, я думаю, она поменялась. Наступное запитание. Вот он, да, вылез. Александр Попов, сайт «Динамо» від Шуріка. Вопрос по текущему состоянию команды. Насколько чувствуете себя уверенно? Не расхолаживает ли, например, последние результаты довольно успешные? К ослабленности излишне это не ведет? Нет. Нам просто мистер не дает расслабиться. То есть он постоянно повторяет о том, что победа тем хороша, когда за ней есть следующая победа. Поэтому расслабленности точно никакой нет. И при том, что это уровень, плюс все видели группу и все понимают, что завтра будет за игра. То есть это та игра, где нужно нам очки брать. Прошу, Роман Бебех руку поднимал. Це наші нові бродкастери Мегого. Чи є така взагалі от налаштування, те, що завтра матч з Бенфікою, і якщо туточки не брати, то в інших матчах точно буде супер тяжко. І так буде супер тяжко, але це той матч, де от точно треба брати очки. Ви це дуже добре розумієте, так? Да, я тільки що об этом сказав, що всі видели групу нашу і календар, то есть і сейчас завтрашня гра для нас самое главное. То есть, що касається дальнейшого нашої боротьби, то есть і ми настроєні на неї дуже хорошо. Прошу, є ще запитання? Будь ласка. Дмитро Лісовський, «Повернув футбол». Скажіть, будь ласка, з нових гравців, кого знаєте, кого ви можете відзначити таких найбільш небезпечних гравців, що може, в принципі, мотивуватись, можливо, на додаткову якусь таку роботу з Наполі? Буквально два дні підряд, тобто розбираємо їх і знаємо практически все их сильные стороны и слабые стороны. Выделять кого-то, то есть у них в каждой позиции есть сильные игроки. То, что касается обороны, это Отаменди, наверное, в первую очередь. То, что касается середины, Жоао Марио в нападении сильный. И Пицци, тот, о котором я говорил, Рафа Силва. То есть, ну, можно полкоманды выделять. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл так большой. То есть команда хорошая, мистер показал их не слабые, сильные стороны. Пытаемся нивелировать их сильные стороны и сыграть на слабых. Прошу, ваше запитание. Это был такой шуточный разговор в сборной. То есть я думаю, что ему будет вдвойне тяжелее. То есть он возвращается, грубо говоря, домой в родные пенаты. И, наверное, на нем будет какой-то
определенное давление, наверное, какое-то будет у него. Но что касается непосредственно перед игрой, я не общался с ним. Дякуємо, Сергій. Все, до свидания. Продовжуємо прес-конференцію. Будь ласка, ваші запитання пану Мірчі Луческу. Дуже важні форми. І також візьмемо до уваги Романа Яремчука, який наразі забуває і за збірну, і за Панетіку. Чи будете завтра тут виділяти особисту увагу захисту саме від цього гравця? În primul rând că nu știm formația lor, nu știm dacă Iaremciu joacă sau nu joacă. Acolo mai e Șeferovici, mai este Ramos, mai este Nunes, mai sunt și altă. Depinde ce decizie va lua antrenorul, dacă îl folosește împotriva fostei lui echipe sau dacă preferă să nu-l expună suporterilor dinamoviști. Там не только один... Așa că nu e Iaremciu cel... Там не один Яремчук в нападении, там есть и Рамос, и Нунес, и Сеферович. И все зависит от того, кого поставит главный тренер. Поэтому я не знаю, кто из них будет играть. И не так важно это. Ну, что мдака елл два экспуне. Я не знаю, если он поставит его играть дома у себя против бывшей команды, я этого не знаю. Deci, asta în legătură. În legătură cu Benfica, sigur, trec un moment bun. Ei au unul dintre cei mai buni antrenori europeni, cu un curriculum extraordinar, cu o lungă activitate la nivelul ăsta. Sunt aproape 20 de ani de când eu îl știu, 20-25 de ani de când îl știu la acest nivel, numai cu echipe care joacă pentru câștigarea titlului. Deci, chiar când a plecat din Portugalia, a câștigat, mi se pare, titlul cu Flamengo. Activat și la Al-Hilal și destul de bine. Deci e un antrenor cu un potențial internațional foarte, foarte mare. Eu îl cunosc bine, nu din confruntări, că nu cred că ne-am întâlnit vreodată, dar îl cunosc din întâlniri care le-am avut an de an la Nyon, elita antrenorilor europeni. Și tu касается... Бенфике, то Бенфика проходит хорошие сейчас периоды, выигрывает, лидирует в чемпионате Португалии, имеет классного, хорошего тренера, который работает на высоком уровне вот уже на протяжении 20-25 лет. И его команда всегда борется за самые высокие места, за чемпионство. Был во Фламенго, если не ошибаюсь, выиграл чемпионат, работал в Аль-Хилале, тоже успешно в Португалии. Я с ним не встречался. Спортинг, да. Вроде не играл против него, но я знаю хорошо его и по его играм, и по нашим встречам в Нионе, в УЕФА, когда встречались на совещании тренеров. Beneficiază în moment de față de un grup de jucători foarte experimentați. De fapt, va fi o confruntare între experiența acestor jucători de Otamendi, Vertonghen, Pizzi, Mario, Joao, jucători care au în spatele lor zeci de ani, 10 ani de activitate profesională și de o parte, iar de cealaltă parte sunt jucătorii noștri, jucători tineri, doritori de performanță, doritori de a obține rezultate. Anul trecut, dacă a fost un an de încercare, după aproape 5 ani fără o confruntare la nivelul acesta, anul ăsta noi sperăm să facem un pas înainte în Champions League. Vom vedea în ce măsură vom reuși acest lucru. Va fi un meci extrem de disputat. Ei au cumpărat foarte mulți jucători la cel mai înalt nivel, de la Atletico, de la Manchester City, de la Tottenham, de la Inter... Au luat jucători foarte buni, au și cheltuit destul de mulți bani pentru asta. Au doar doi jucători mai tineri, care e Ramos și Ramos, cred că e cel mai tânăr jucător, Morato. 20 de ani. Și Morato, cumpărat de la São Paulo, de la Academia lui São Paulo și care văd că a reușit să ia locul lui Vertonghen. Deci
Asta este. O astfel de echipă întâlnim mâine. Avem nevoie de ajutorul publicului în toate astea. Sunt convins că stadionul va fi plin. Нас ждет сложная игра, сложный соперник. Надеемся на помощь болельщиков и ждем их в большом количестве завтра. Играем, скажем так, против опытной команды. Почти все игроки имеют долгие годы игр за лучшие клубы Европы. Большой опыт международных игр, большой опыт игр за сборную. Здесь можно перечислить Отаменди, Вертонген, Жоао Марио, тот же Пицци. И наши Сеферович. Игроки, наши Сеферович, и наши игроки, которые полны энтузиазмом, и наши молодые игроки, которые хотят себя показать, хотят играть хорошо за этот клуб. И если прошлый год у нас был, скажем так, первый год после пятилетней паузы, то в этом году мы хотим большего, мы хотим, должны хотеть большего, должны хотеть сделать шаг этот вперед в Лиге чемпионов. То есть вот такая вот встреча нас ждет завтра, думаю, интересная. Будь ласка, запитание. И как уже сказал в начале, нужна помощь болельщиков для того, чтобы толкали наших ребят, для того, чтобы помогали добиться положительного результата. Ждем в большом количестве завтра. Добрий вечір. Микола Режим, видання «Трибуна». У мене два запитання, містер. В якому стані зараз Віталій Бояльський? І чи готовий зіграти завтра? І чи цікавились ви моральним станом Олександра Караваєва, якого напередодні головний тренер збірної розкритикував за невміння грати в «Убора»? În primul rând că jucătorii sunt obligați să depășească fazele. Profesionalii fotbaliști obiazană переходить через сложные моменты. Fiecare trei zile ei fac un examen. Каждый третий, четвертый день у них экзамен, у них игра, и игроки должны психологически быть сильными. Cine rămâne cu gândurile în urmă la ultimul meci, are puține șanse să-și revină. Кто думает, кто остается вчерашним днем и думает о вчерашней игре, то у него никаких шансов нету в дальнейшем прогрессировать и играть хорошо. Ну и ничем фельде проблем у Караваева. Так что у Караваева никаких проблем нет. Легатура с Буяльским, vom vedea. Încă n-am luat o decizie. A revenit, a făcut antrenament. Vom vedea în ce măsură el va putea. Chiar dacă nu o să poată tot meciul, vom vedea. Что касается Буяльского, cunoscând caracterul lui, temperamentul lui, dorința lui de a juca și așa, dacă joacă, sunt convins că va da totul. Буяльскому еще не принял решение, он вчера первую тренировку провел в общей группе и еще не принял решение по нему, но зная его характер, зная его качество, то если он и будет играть, то он будет играть на все 100%. Прошу. Мистер, как вы оцениваете процесс адаптации Витиньо, вашего бразильского новичка? И что можете сказать взагалі про Илью Шкулина, про его процесс адаптации в Динамо? Адаптация. Ничего, который бразильянин не адаптируется иммедиат. Ни один бразильский игрок не входит сразу. Адаптироваться нужно время. Другая жизнь, другой менталитет, другой совсем все другое. Ему нужно время. La Shakhtar, un singur jucător a reușit să, de la început să... Era el senior, dar era mai în vârstă decât toți ceilalți. Ceilalți, 18-19 ani, au avut nevoie de mult timp. Sigur, jucând un sfert de oră, o jumătate de oră, dar au devenit titulari pentru meritele lor, nu pentru că au fost transferați. Deci, în primul rând, jucătorii noi trebuie să demonstreze că merită să joace în echipa noastră. Vitinho are calități. Eu sunt convins că va reuși, dar trebuie timp pentru a putea, atunci când intră, să într-adevăr să confirme alegerea făcută de club în legătură cu el. Ni un moi brazilski igrok сразу не начинал играть, может быть, за исключением Илсиньо, который был чуть постарше, который был более опытный. В остальном всем нужно было разное время на адаптацию. Это было 10-15 минут выхода на поле, но все равно нужно время.
для того, чтобы они адаптировались, для того, чтобы вошли в схему игры. И они играли не из-за того, что... А потом начинали играть не из-за того, что за них заплатили деньги, а за того, что они заслуживали, за то, что они уже вошли. И игроки принимали это, мою философию, то есть они это все понимали. Витиньо молодой, хороший игрок, ему нужно время на адаптацию, его время придет. Prin comparație pot, mi-aduc aminte de perioada în care eram la Shakhtar și era Dinamo Kiev. Dinamo Kiev a cumpărat jucători tineri foarte valoroși. Numai că din prima clipă îi băgau în teren și îi lăsau 3-4 meciuri, nu dădeau randamentul care se putea și erau îndepărtați. Guilherme și vreo 4 jucători foarte tineri, foarte buni, foarte talentați. E, nu așa se face, nu poți să... un jucător care vine la cealaltă capăt al lumii, имедиат се адаптезе на кондициите здесь. Параллель могу провести. В то время, когда я работал в Шахтере, Динамо Киев покупала хороших, качественных молодых игроков, но они играли 3-4 игры менее удачно, и их отодвигали, то есть сажали на скамейку. Это неправильно, потому что игроки, которые переезжают с другого континента, большая смена, новая жизнь, новые связи, новая команда. Им нужно время на адаптацию. И в этом плане это было неправильно сделано, потому что игроки теряли... Экземпл у Шахтера это Лойк Бендима. Это игроки, которые с 3 лет в этой формации. В том же Шахтере игроки, которые по 3 года, на 3-й год уже начинают играть, меняют друг друга, там взаимозаменяемость, но нужно время и у каждого по-разному. И видите, de fiecare dată, când sunt dificultate, toți jucătorii mai în vârstă rezolvă situațiile. Pentru că au experiență, и как правило, știu ce trebuie să facă în teren. И как правило, игроки, которые опытные, те повзрослее, которые опытные, они решают исход матча, они выходят, и они более мастеровиты, они выполняют это значит опыт, это значит мастерство, это значит адаптация ко всем кондициям, которые диктует этот клуб. Окей. И вопрос был по Шкурину, тоже спросили, как адаптация Шкурина идет? Шкурин încearcă și el să se adapteze jocului nostru. Eu sunt mulțumit de modul în care el se comportă. Он тоже, ему тоже нужно время, но я доволен тем, как он играет, он динамичный. Până când se întoarce Besedin, sper să se comporte la asemenea nivel încât să ducă să fie o concurență loială între cei doi. Ждем и возвращения Рамиреса, чтобы посмотреть, чем он может и как он может помочь. Но понятно, что до возвращения Беседина эти ребята должны делать как можно лучше, как можно качественнее свою работу в атаке. Окей, спасибо. Шановні колеги, дякуємо за участь у прес-конференції всім і запрошуємо вас на 15 хвилин тренування «Динамо» відкрите для вас.